Сережа учил буквы. Когда он их выучил, стали учить логику. Потихоньку в школе он пришел, уже читать умеет. И пишет потихоньку. Даже все начинал с Лева, а теперь хорошо. Потихонечку читать их буквы, это мы все знаем. Вот это я, кстати, не знал, что он после садика все равно не умел читать. Не умел. Вот этого я не знал. Когда пугает. Вот Катя научила очень. Она в 2 года в детском садике книжки читала. Просто садик тоже читался логопедически. Это пугает. 2,5 года он меня уже читал. Сказку учительница дает в Европе, и она тебе читает с ним Сашу. А сама уходит туда хочет. А тут такая ерунда, не знает, через школу, ничего. А с другой стороны, вот это, в принципе, очень неизвестно. Может, учат же не их в школе. Готовить. Вот я считаю, что...